Добрый день, дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Я хочу напомнить, все мы знаем, что происходит в эти дни в нашей соседней Беларуси. И никто, ни один гражданин, ни Беларуси, ни России, добропорядочный, имею в виду гражданин, не может остаться равнодушным к этим событиям. Я написал песенку в поддержку наших белорусских друзей, народа Беларуси. Дочекаемся лепшей поры, поры, коли людцы валенные. Сёння мы с вами сябры, за вас уся святая Россия, за вас все, кто верит в добро, кто жизни желает достойной, жадая, как счастье было, не через гражданские войны, сменяемой власти хотим мы так же, как вы, дорогие, народную кровь не простим властям Беларуси с Россией. Мы станем до пляча плячо, на улице выйдут миллионы, и будзе вам усім горячо глядзець на такие колонны. Мы против майданов, друзья, и нас не задушат ОМОНы, но дальше в стране жить нельзя, где так попирают законы. И пусть наше грозное «нет» достигнет дворцов и сенатов, мы жить по заветам отцов хотим, нам иного не надо. Дочекаемся лепшей поры, поры, коли людцы вольные. Сёння мы с вами, сябры, за вас уся святая Россия. Сёння мы с вами, сябры, за вас уся святая Россия. Друзья, с вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. И я скажу словами, которые прозвучали, кажется, в 1939 году впервые, они не пройдут. Но пасаран!